Мы находимся в замковом бассейне Черногорска. Знаете, кого это встретила? Алину Апёнышеву. А вы знаете, кто это? А чемпионка России. Еще много раз. По плаванию. А я же говорила, что я плаваю. А еще? Финалистка Олимпийских игр в Рио. И она проведет мастер-класс. Ну все, хватит слов. Здравствуйте, Алину. Привет! Всем привет! Всем привет, я Арина Апёнышева. Я занимаюсь плаванием 7 лет. Я мастер спорта по плаванию. Сколько тебе лет, Арина? Мне 17 лет. Всего себе! Какая молодец! Весь себе! Наверное, нет, надо просто много работать и немного удачи. Посоветуешь моим подписчикам? Я советую заниматься спортом и не болеть. Покажи, пожалуйста, как ты плаваешь. Давай вместе поплаваем. Давай. Но для начала нужно переодеться. Жаль. Ну вот мы и переоделись. А теперь можем заниматься. Да. Я ступеньки. Ты на ступеньках? Да. А что не прыгаешь? Для начала нужно одеть очки. Холодно? Да. Давай начнем. Сделаем это. Да. 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 Для начала, чтобы найти палочки. Ну, научиться держаться на воде. Например, лечь звездочкой. Ложи звездочку. Вот, хорошо получается. Попробуем поплавать на ногах. Попробуем. Держи доску. Давай. Знаешь, как держаться? Нет. Вот так берешь, руками держишься и ногами работаешь. Давай. Держи ногами. Не топи ее и работай ногами. Давай. Вот так. Работай, работай ногами. Вот, хорошо, хорошо. Отлично. Контролировать руки и ноги, и поэтому очень маленьким детям это еще тяжело достаточно, и поэтому их сначала приучают плавать на ногах, а потом постепенно на руках. Но... Я умею кувалок делать, спасибо. Давай, покажи. А ты что умеешь? Я умею быстро плавать, смотри. Спасибо. Ты так хорошо плаваешь, поэтому продолжай плавать в том же духе, и я думаю, у тебя получится все хорошо. И ты сможешь стать чемпионкой. И дай моим подписчикам привет.
Всем привет и желаю всем удачи и достигнуть больших целей в жизни. Спасибо. Обнимемся.